Малыш сильно кричал в парке возле карусели. Вот его привезли сейчас молодые люди. Я его только-только занесла. Вот, еще не знаю, что с ребенком, почему он там кричал, что с ним не так. Вот, то, что худющий, истощенный, да. Вот, насчет переломов, не знаю. Девочка. Состояние очень тяжелое. Состояние тоже очень тяжелое. Дышит с трудом. Ну что, ребята, единственный вариант сейчас на капельницу, а завтра утром вести к врачу, потому что сейчас уже поздно. Ну вот, ребята, за одну ночь, за один вечер. Второй ребенок.